Чистить дуло этой боевой машины – дело не самое простое и приятное. Сначала предварительная мойка, после вход идет раствор химического состава. Это получается то, что ржавчина, коррозия металла, которая происходит, когда пушка стоит, когда идет стрельба, остатки пороховых газов, оно все остается внутри канала ствола. Для этого ее берут, промывают специальным раствором, да. А как часто это нужно проводить? Это нужно проводить каждый раз после стрельбы. И есть специальное сезонное обслуживание ТО-1, ТО-2. В Шымкентском гарнизоне вооружение и военную технику готовят к летнему режиму эксплуатации. А это до 20 технических работ на каждом образце техники. Легендарная гаубица Д-30, простая и впечатляющая по своей мощи, недаром ее называют богом войны. Трехтонная пушка способна поразить цель на расстоянии свыше 15 километров. Гаубица бьет прямой наводкой. Полуавтоматический затвор обеспечивает высокую скорость стрельбы. Прицельное приспособление. Вот тут приспособление для прицела, а здесь, где стоят специальные ставни, при использовании гаубицы, они дают опору, силы и возможность точного прицела. Весной, как правило, в частях проходит и учение тактического уровня, и в начале осени стратегические маневры. При этом не отменяются и внезапные проверки. Их устраивают круглый год. Иначе бы все слишком хорошо себя чувствовали, зная, когда их поднимут по тревоге. Жудин Саидов, Амантай Ульбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.